Так, поесть тут, конечно, кое-что есть. Нам бы сначала восстановиться чуть-чуть. Так, я с собой не взял, наверное, то. Да, там остался. Вот это плохо, чтобы постоянно возвращаться, что-то забирать. Надо ее просто с собой всегда таскать. Если будешь все инструменты с собой таскать, значит, у тебя места не будет хватать, чтобы что-то другое забирать. Так, и здесь еще копать можно. Тут. Почему-то опять копье, он снабжает другое. Надо вот это использовать. Так, забираем. Остальное, в принципе, нам не надо. Проверяем. Что тут может быть? Крабик какой-нибудь. Глина. Этот кусок глины мягкий и податливый. Как ты меняешь форму глины, так и остров меняет тебя. Что из него можно сделать? Химия у нас появилась. Гнилая еда, глиняный горшок, кровоигла, котел. А, так у нас кровоигла где? А здесь. Я думаю, что он берет оттуда. Если мы сюда их положим, соответственно, у нас будет писаться 0. Да, то есть отсюда он сам автоматически не берет. Препарат регенерация медленно восстанавливает здоровье в течение длительного промежутка времени. Энтропия неизбежна, но необратима. Котел, кровоигла, глиняный горшок. Так, горшок. А вот у нас здесь появилось что-то. Глиняная печь. Эта печь сделана из глины. Она может достигать очень высоких внутренних температур, необходимых для работы с металлом и затвердевания гончарных изделий. Все в этом мире испытывается жаром печи. Плотная трава, глина, палка. Так, понятно. То есть вот это мы, в принципе, можем сделать. А дальше что? Глиняный горшок. Прочный горшок из глины. Гончар воплощает будущее скульптуры в сегодняшней глине. Плотная трава, глина и вот глиняная печь. То есть мы можем сделать глиняный горшок. Потом. Нужна какая-то гнилая еда. Гнилая еда — это что, типа взять рыбу, пожарить, чтобы она испортилась. Вяленое мясо. Вяленое мясо не то. Либо просто, чтобы оно испортилось, мясо какое-нибудь, которое у нас будет лежать. Так, пока я не успеваю за всем. Выносливости не хватает. Так, ну по сути придется погибать. А успеем его убить, не успеем. Можем съесть. Сильно нам не поможет. Из этого не факт, что выпадет мясо. Где он так нападает? Вот так вот можно как-то. Как-то так. Так, копье с костяным наконечником ломается. Это значит, насколько нам хватает удара на 3, наверное, еще. Так, ну хорошо, мясо есть. Место есть. Но мясо надо пожарить. Для этого надо разводить костер. Потом можем с тем повоевать. Так,
Чтобы сделать костер, нужна палка. Так, палка есть. Решетку делать смысла здесь нет. Так, жарится. Мы можем, в принципе, так, два костра. В принципе, тут нам требуется-то. Хотя здесь тоже немного требуется. Плотная трава и палка. Так, плотная трава, палка, камень. Надо собирать. Палки есть, все есть. Так, а что выгоднее получается? Три плотные травы. Так, здесь камень у нас два. Здесь два. Нет, здесь у нас палка одна, палки две. Так, плотная трава три, плотная трава один. В принципе, можно просто три костра поставить. Ну, только то, что у нас камень будет задействован. До трех предметов одновременно. То есть не так обязательно решетка. Экономим мы, в принципе, только плотную траву на одну. А палку мы не экономим никак. Так, с тем пока воевать. Нет смысла. Так, здесь этот какой-то был. Только что. Куда-то убежал. Так, выносливость кончается. Почти приготовилась. Рядом просто второй костер поставим. Так, глина. Ну, это пока рановато. Глину, конечно, соберем. Это пока рановато. Вяленое мясо нет, мы делать не будем, иначе мы умрем. Так, попробуем попасть. Очень не уверен, что он становится. Далеко. Так, ладно, с тем повоюем. У нас теперь выносливость. А вот это еще можно съесть. Тоже, в принципе, неплохо дают прирост. Так, ну где у нас этот мощнорог или как его там? Наверху. Первый нападает тоже. А сейчас копье треснет. А, блинка убил.
и потом. Так, в принципе, нужно было атаковать. Пробил его. Так, ломается. Опять ломается ли он? Наверное, взял другое копье опять. Ну, почему-то любит предметы в сумке брать. Я что-то снаряжал много раз. Он берет новое. Так, ладно, у нас есть кусок сырого мяса. И нету места. К сожалению. С местом прям беда. Так, чтобы сделать там решетку, с пиками не нужен. Так, кость взял. Так, здесь еще мясо есть. Места нет. Копье одну выбросим. Мясо нам пока важнее. Так, у нас там два костра. В принципе, решетку не будем ставить. Да, у нас два мяса. Сюда их поставим. Пускай готовится. Так, я пока посмотрю, как вообще нам лодку лучше всего сделать. Посмотрю в интернете, кто как играет, кто как сооружает, потому что это, конечно, фигня полная. Посмотрю, как более эффективно ее смастерить. Так, в общем, особой какой-то информации я не нашел. Как правильно. Но, в принципе, все равно все будет сводиться к такому же. Если мы сначала поставим каноэ или сначала палубу, ну, у нас была сначала палуба, мы поставили по бокам каноэ. Соответственно, если мы возьмем еще одну, пока не сможем. Так, тройная веревка. Где-то у нас тут была она. Так, вот, мы можем либо удлинить. Кстати, мы можем... Пока нам это, наверное, не надо. Вот, если мы как первый раз сделали каноэ сверху палубу, в принципе, получалось то же самое, как и сейчас. Так, ну, допустим, поставим сюда третью. Что у нас получится сейчас? Сможем ли мы хорошо гребсти? Не знаю, по-моему, хуже стало. Сейчас посмотрим. Нам, конечно, по-любому надо будет пару ставить. Мы это уберем. Проверю. Так, ну так пока кажется, что быстрее. То есть с двумя. Может быть, просто такое ощущение. Не знаю, пока ставим так, ладно. Так, нам бамбук вообще нужен. Тут бамбука, наверное, нету. Так, а мы эту не активировали же, первое. Вот ее не добежали.
Так, вот сейчас это заберем. Так, и съедим. Так, вторая пока готовится, мы пока сбегаем активируем. Алтарь. Так, и надо топор бы сделать. Что нам нужно для топора? Где оно вообще есть? Челюсть темноящера. Вот таких мы еще не видели. Можем сделать молоток. Это нам надо будет возвращаться на тот остров. Так, молоток в любом случае нам нужен. Пусть будет в наличии. Так, попробуем этого убить. Так, у нас места нет. А, ну можем. Нет, место есть. Место было. Так, восполняет выносливость. Так, копье тогда мы заберем. Которое у нас поломанное. Два доломаем. Так, почему это на меня не напал? Плохо, что не подбежать к нему. Shift не работает. Только вот это вот уклонение. А он носится очень хорошо. Проще я, наверное, в него не попаду. У нас камней нет. Так, обратно бежал. Ладно. Посмотрим, что у нас здесь. Нету места. Так, мы опять выбрасываем копье. Так, лист блинка. 1-2. Хорошо, здесь, видимо, то же самое. Тоже два листа. Так, ладно. Заберемся наверх. Нет камней. Прекрасно. Я бы камушек один положили бы здесь. Тоже знал. Так, и места нету, да? Так, чтобы выкинуть. В принципе, временно выкидываем. Так, одного камня может не хватить. Я вполне могу промахнуться. Два. В самый раз. Так, в принципе, я мог слезть. Да нет, спрыгнуть, наверное, хп потрачу. Так, понятно. Так, неужели надо опять кидать? Ясно, надо запастись камнями. Все не так-то просто. Тогда, не знаю, штук 10 соберем. 10 точно хватит.
Так, ладно, 8. Достаточно. Надо этого найти. Как его добить? Мяса лишним не будет. Если там будет мясо. Но мяса тут нету. Так, кожа. Кожа, кость не взять. Потом заберем. Да, места в инвентаре категорически не хватает. В принципе, одного камня бы хватило. Облака давно покинули нас, деревья иссохли, море оборачивается против нас. Там нам показан второй теперь, куда нам надо. Так, ну отсюда прыгать нельзя, мы умрем. Так, а вернуться нам дадут. Так, не очень. Не очень. Может, конечно, мы допрыгнем. Попробуем. Уж лучше так. Так, теперь нам надо кожу забрать. Камни, наверное, придется выкинуть. Кожу заберем. Копье придется тоже здесь, наверное, оставить. Да, можно это бросить. И взять это. Здесь то же самое. Так, вот там надо кожу забрать. В принципе, о, можно повоевать, но у меня копье сломается. Ладно, каноэ у нас рядом. А, нож. Да что ты взяла нож? Так, хорошо, что здесь время замедляется. Так, мышка не очень удобна. Молодец. Попал. Так, в лицо его бить в морду. Нет смысла. У него броня. Так, ладно, я все понял. Потом с тобой подеремся. Ты же сюда не полезешь. Кусок мяса восстанавливает большое количество здоровья и голода. Мало кому какую проблему нельзя решить хорошей трапезой. Так, у нас места нет. Так, ладно, здесь у нас ничего не было, да? А, у нас потух костер. Или нет? Пока не проверить. Так, надо что-то убрать.
Вот это как-нибудь перекинуть наверх надо все. Надо как-то это сделать. Так, это мы, наверное, просто выбросим. Это возьмем. Использовать. Опять же, берет не туда. А, здесь написано в сумку. А, вот так вот на себя в сумку. Я думал, левой кнопкой мыши можно. Так, хорошо, тогда это упрощает все. Просто если там места нет, поэтому мы не можем перекинуть. Все ясно. Так, главное, все складируем сюда. Проверим, нет ли у нас повторов. Так, вот какие-то повторы были. Так, в сумку. На себя. В сумку. Так, шкуру оставляем здесь. Так, палки можно перекинуть. Палки можно сюда перекинуть. Так, ну пока что так. Бамбуковый, если сделать еще один, сколько он требует. Бамбуковая корзина. Два бамбука. У нас есть два бамбука. Можем сделать. Сюда поставим. Так, а мне интересно, если палубу. Так, бамбук. Сейчас мы это временно сломаем обратно. Если мы захотим палубу поставить рядом, оно просто будет сверху. Здесь вперед, назад. Смысла назад, наверное, ставить нет. Да и сюда нет смысла ставить пока что. Так, хорошо. Ставим сюда. И, наверное, правый заменим. Чтобы больше вмещалось. Хорошо. Тогда в правом у нас будет что-то типа оружия. Так, маска. Ладно, маску пока, наверное, оставим. Молоток, лопату тоже оставим. Так, бамбук в сумку. Так, ну а здесь будет ингредиент. Вот именно всякие такие более редкие, что ли, бамбук. Пускай глина там будет. Такие рога. Так, а здесь что можно поменять? Так, шкура тоже сюда можно кинуть. Что-то типа уже крафченное. Так, рог. Что, они не соединяются? Два максимум, что ли? Сюда все остальное. Так, это у нас все ингредиенты. Это у нас уже крафт. Он немножко по цвету отличается. Так, и травяная тоже, пускай здесь будет крафт. Здесь обычная. Так, бамбук, глина. Кровоиглы можно туда еще перекинуть.